Новосибирский ученый сбежал из рабства в Казахстане. Пропавший 3 года назад физик-ядерщик Юрий Образцов сейчас находится у жителей Алматы. Им он рассказал, что все это время был в плену в одном из аулов, где его заставляли работать и систематически избивали. Нам удалось связаться с Юрием по телефону. Ну да, было такое. Немного попадало. Да. Немного амбульно попадало. Да. А за что вас было били? Такое, да. От скуки. Мужчину получше стало. Ты нашел себя, может быть, так. Не люди помогли, вот и все. А кто у вас из родственников остался здесь? Брат, там, может, еще кто-нибудь, Сергей, брат. Мама, вот, сестра, там, жена, дочь, там. Телефона нету. То ли номера поменялись, то ли еще что-то. Поэтому не можем дозвониться. Люди, приютившие Юрия Образцова, рассказывают, что мужчина истощен, плохо видит, многое не может вспомнить. Казахские полицейские не спешат разбираться в его проблеме, поскольку у Образцова нет документов. Помочь обещали в российском консульстве. Главное, чтобы на родине его встретили родственники. Добровольцы занимаются их поиском. Как будут развиваться события, мы расскажем в наших следующих эфирах.